Бездушные машины из металла и гнилой плоти, изнуренные многовековой войной. Бесплодные космические скитальцы, они ищут свежую плоть, сеют смерть и пожинают ее плоды, разрушая все на своем пути. Теперь они прилетели к нам. Мы остановим их. Заминирован! Защитите его! Двигаюсь к месту дислокации. Найдите диск с данными и живо к передатчику! Штурмовой мостик готов! Пехота вперед! Берегись, открываю огонь! Бегом оттуда! Орбитальный удар! Огонь противника! Нужна помощь! Нужен врач! Вижу мины! Третьей стороны! Вас понял! Открываю огонь! Вражеская установка перехвата! Вражеская авиация! Нужно огневое прикрытие! Вас понял! Бегаю к цели! Это меню возрождения. Вы можете присоединиться к команде землян или инопланетян Строгов, а также побыть зрителем. Для продолжения игры выберите команду. Вы выбрали команду землян. Ваши соратники используют привычное земное вооружение.
Ваши цели обозначены на стратегической карте. Теперь выберите один из пяти родов войск. Врач оказывает союзникам медицинскую помощь, воскрешает их и снабжает аптечками, а также уничтожает центры возрождения, созданные строгами из человеческих тел. Пехотинец специализируется на тяжелом вооружении, может минировать и взрывать объекты, обладает широким выбором оружия и максимальным запасом здоровья. Инженер может сооружать объекты, ремонтировать транспорт и огневые установки, развертывать оборонительные орудия, минировать территорию и обезвреживать вражескую взрывчатку. Артиллерист обеспечивает огневую поддержку, наводит на цель артиллерию, устраивает орбитальные бомбардировки и снабжает союзников боеприпасами. Разведчик может взламывать цели, развертывать радары, выводить из строя вражескую технику, маскироваться под противника и телепортироваться на снайперские позиции. Это система заданий. Выполняя их, вы помогаете своей команде и получаете опыт. Индикатор на экране указывает местонахождение цели. О появлении новых возможностей сообщают подсказки, которые сопровождаются звуковыми сигналами. В меню настройки их можно отключить или приглушить. Сейчас идет разминка. Тренировочный бой. Игра начнется, как только большинство игроков сообщит о своей готовности. Приветствую! Транспорт нужен! Сейчас идет разминка. Тренировочный бой. Игра начнется, как только большинство игроков сообщит о своей готовности. Сейчас идет разминка. Тренировочный бой. Игра начнется, как только большинство игроков сообщит о своей готовности. Сейчас идет разминка. Тренировочный бой. Игра начнется, как только большинство игроков сообщит о своей готовности. Эй, тебя подбросить! Сейчас идет разминка. Тренировочный бой. Игра начнется, как только большинство игроков сообщит о своей готовности. Живей! Сейчас идет разминка. Тренировочный бой. Игра начнется, как только большинство игроков сообщит о своей готовности. Сейчас идет разминка. Тренировочный бой. Игра начнется, как только большинство игроков сообщит о своей готовности. Живее! Сейчас идет разминка. Тренировочный бой. Игра начнется, как только большинство игроков сообщит о своей готовности. Сейчас идет разминка. Тренировочный бой. Игра начнется, как только большинство игроков сообщит о своей готовности.
Сейчас идет разминка. Тренировочный бой. Игра начнется, как только большинство игроков сообщит о своей готовности. Сейчас идет разминка. Тренировочный бой. Игра начнется, как только большинство игроков сообщит о своей готовности. Держись, я помогу. Сейчас идет разминка. Тренировочный бой. Игра начнется, как только большинство игроков сообщит о своей готовности. Запас заканчивается, запас здоровья. Его может пополнить врач. Вызовите его по радио. Я врач! Сейчас идет разминка. Тренировочный бой. Игра начнется, как только большинство игроков сообщит о своей готовности. 30 секунд. Сценарий завод. Земляне штурмуют бывший цех нефтепереработки, который Строгие переоборудовали для производства Строента. Чтобы вывести из строя промышленную установку, нужно уничтожить северный и южный фильтры. Вы покинули транспорт. Если вы не вернетесь, через некоторое время он исчезнет. Защитный генератор уничтожил нашу ракету. Разведчики, приступайте. Индикатор на экране показывает местонахождение и тип текущей цели, а также количество достигнутых целей. Thank you.
нужна помощь! Штурмовой мостик готов. Пехота вперед! Баррикада уничтожена. Пехота и техника вперед! Сломать защитный генератор. Заканчивается запас здоровья. Его может пополнить врач. Вызовите его по радио. Техник превращает вас в центр возрождения, из которого будут появляться новые строги. Подорвались на мине. Чтобы обезвредить мину, бросьте в нее гранату с безопасного расстояния. Вы получили серьезные ранения и потеряли сознание. Дождитесь врача или нажмите клавишу прыжка, чтобы попасть в следующую волну подкрепления. Таймер показывает время до возрождения. Вражеский инфильтратор маскируется под вас. Шевелись! Защитный генератор.
Я замаскирован. Получили серьезные ранения и потеряли сознание. Дождитесь врача или нажмите клавишу прыжка, чтобы попасть в следующую волну подкрепления. Таймер показывает время до возрождения. Вражеский инфильтратор маскируется под вас. Куда идти? Получили серьезные ранения и потеряли сознание. Дождитесь врача или нажмите клавишу прыжка, чтобы попасть в следующую волну подкрепления. Таймер показывает время до возрождения. Получили серьезные ранения и потеряли сознание. Дождитесь врача или нажмите клавишу прыжка, чтобы попасть в следующую волну подкрепления. Таймер показывает время до возрождения. Доступна новая награда. Мир противника! Получили серьезные ранения и потеряли сознание. Дождитесь врача или нажмите клавишу прыжка, чтобы попасть в следующую волну подкрепления. Таймер. Куда идти? Получили серьезные ранения и потеряли сознание. Дождитесь врача или нажмите клавишу прыжка, чтобы попасть в следующую волну подкрепления. Таймер показывает время до возрождения. Защитный генератор. Противника!
генератор. Вы покинули транспорт. Если вы не вернетесь, через некоторое время он исчезнет. Куда идти? Ломать защитный генератор. Граната! Вы должны заминировать указанную территорию. Выберите мину и дважды нажмите кнопку стрельбы. Мы взламываем генератор. Защитный генератор. Свои в зоне обстрела. Мы выпустили ракету. Сейчас помогу. Вход на фабрику взорван. Вперед! Замаскирован. Наш разведчик развернул радар. Теперь на карте откроются позиции вражеских бойцов. Враг маскируется под меня.
техник превращает вас в центр возрождения, из которого будут появляться новые строки. Мы потеряли радар. Ракетная атака. Сбросьте помехи, чтобы сбить ракету с курса. Помощь! Фильтр заминирован. Защитите его! Ваш разведчик развернул радар. Теперь на карте откроются позиции вражеских бойцов. Нужна помощь! Фильтр заминирован! Держись, я помогу! Защитите его! Фильтр разминирован. Граната! Граната! Поздравляю с получением, рядовой первого класса. Враг маскируется под меня. 10 минут. Нужна помощь! Фильтр заминирован. Держись, я помогу. Защитите его. Фильтр разминирован. Я помогу! Рвите преобразователи фильтр. Нужна помощь! Образователь заминирован. Защитите его! Фильтр заминирован. Защитите его. Вы получите свою награду при следующем возрождении. Фильтр.
мины противника! Мины противника! Сорвёт фильтр, заминировал. Защитите его! Нужна помощь! Ведь поздравляю с повышением, младший капрал. Фильтр уничтожен. Мины противника! Пятиминутная готовность. Образователь заминирован. Защитите его. Образователь заминирован. Защитите его. Ракетная атака. Сбросьте помехи, чтобы сбить ракету с курса. Враг маскируется под меня. Уничтожен. Обе цели взорваны. Руки прочь от нашей нефти, Строги. Итак, я прошел компанию первую земляне. Я буду дальше проходить эту компанию по этой серии игры. Сегодня это была первая, так что... Прошу всем спасибо, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. До свидания.